Всем привет, с вами ProGamer. В этом видеоролике хотел бы рассказать вам, как пользоваться одним очень интересным приложением, и называется оно Аниме Музыка. Ну а также отмечу, что это приложение доступно совершенно бесплатно на платформах Google Play или же App Store. Ну а на платформе Google Play это приложение имеет вот такую вот статистику. Статистика довольно-таки хорошая, не у каждого приложения есть подобное. Ну а также перед началом самого видеоролика хотел бы попросить вас подписаться на мой канал, ведь меня смотрит большая часть аудитории без подписки. Подпишитесь, мне действительно будет очень приятно. Ну а мы начинаем сам видеоролик. Итак, при входе в приложение у нас открывается вот такой вот интерфейс. Интерфейс довольно-таки несложный, и разобраться в нем проще простого. То есть трудностей тут особо-таки никаких нет. Есть разделы, то есть рекомендуемые, 100 лучших, радио, Инстаграм. Далее поиск, потом что у вас еще есть. То есть вот ваш личный профиль и чаты, конечно же. Также, конечно же, можете все это дело, то есть, просмотреть, изучить. Конечно же, это вам может не пригодиться, но кому-то хоть как возможно все это дело и пригодится. То есть вот. Сразу бы хотел перед началом вообще всего этого дела отметить один очень важный такой обзор лайфхак, который вам хоть как пригодится. То есть вот, это, если у вас будут какие-либо проблемы при использовании самого приложения, то есть не проблемы, то есть конкретно проблемы не в вашем телефоне, а в самом приложении, то есть вот, то в таком случае, что вам нужно сделать, это взять просто и написать техподдержку, чтобы они все это дело, конечно же, решили. Они через какое-то время все это дело подредактируют, то есть чтобы у вас больше не было никаких проблем при использовании самого приложения в целом. Ну, как бы вот так, в общем-то, то есть трудностей, чтобы у вас потом никаких и не было, вы смогли нормально им пользоваться, и также у вас, как бы, вы все понимали, чтобы вы все понимали, просто напишите в комментариях под этим видеороликом, если вдруг у вас будут какие-то еще дополнительные вопросы по поводу использования этого приложения, я вам постараюсь объяснить, что к чему, то есть вот. Ну, а на этом сейчас спасибо каждому человеку, который досмотрел видеоролик до самого конца. С вами был ProGamer, всем до новых встреч, друзья, увидимся в следующем видеоролике, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, мне действительно будет очень приятно, всем пока!